Я думаю, что Тони и я топовые бойцы, и мы должны драться за настоящий пояс. Этот парень получит первое поражение, это все, что я знаю, и получит его не решением, а будет прикончен. Он будет прикончен. Мы посмотрим. Ты не можешь обрабатывать, ты плаваешь, у тебя нет ритма, ты не чувствуешь дистанцию. Можешь спросить у своей команды, если для тебя это сюрприз. Может быть, у него проблемы с головой? Перед моим боем против Майкла Джонсона он тоже говорил, что тот прикончит меня. И что произошло? Я размазал Майкла Джонсона, но Майкл Джонсон побил его. Майкл Джонсон ронял его. По поводу Хабиба и Майкла Джонсона. Думаю, Хабиб разделался с ним, потому что слишком много борьбы для него. Я знаю, что я сломал руку во втором раунде. Я продолжил бой против Майкла Джонсона со сломанной рукой, и это доставило мне большие трудности. Тем не менее, Хабиб после боя выглядел очень уставшим. Сейчас я расслаблен и спокоен. Но когда закроется клетка, я размажу его. Он почувствует мою мощь, мой прессинг. Прикончу его, сломаю ему лицо, потому что это то, что я делаю всю свою жизнь. A domino, a store, a shining star, who is me? I'm taking over with the mask, yeah. Master P when I'm real, when I speak from the group. Captivate, baby, I be the zone. Microphone checking, ain't no time for rest. I keep them guessing, learn the lessons that I pose, I keep them scoring. Я очень счастлив и настроен. Я нарастил много мускулов. Я нацелен и готов ко всему. Могу выстрелить прямо сейчас. 5 раундов. Я готов. Гарантирую вам, парни. Есть только один план. Я не хочу побить его. Я хочу его прикончить. Я хочу убить этого парня. Я хочу, чтобы он выдохся. Он говорит о моем кардио, но никто никогда не заставил меня устать. Это я заставляю людей уставать. Не знаю, о чем вы. Я легко успокою его. Я буду давить и ронять его очень жестко до тех пор, пока он не скажет «хватит» от усталости. После нашего боя он станет спокойным и тихим, потому что я научу его уважению. I'm inclined to shine like a domino, a star, shining star, who is me? I'm taking over with the mass yield, mass appeal when I'm real, when I spit from the grill. Captivated by my own, I be in the zone, microphone checking, ain't no time for rest. I keep them guessing, learn the lessons to those that oppose, I keep them stressing.
Теперь я тебя вижу. Что, достаточно? Ну давай, дружище. Ты хочешь сказать что-то? Мои глаза. Что твои глаза? Что глаза? Хабиб или Тони? Орел или Эль Кукуй? Пишите в комментариях, как думаете вы. А увидим мы это на UFC 209 4 марта.